Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», в студії Ані Тарашевська. Чи варто сьогодні приділяти увагу інтелекту? Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, за якими людьми наше світле майбутнє. На современном этапе развития общества очень важно растить интеллектуальную элиту. Впервые прошел именно полноценный чемпионат города среди школьников, потому что участвовало 23 школы. Логически помыслив, ты можешь выбрать наиболее оптимальный вариант, и он окажется правильным. Мы друг другу говорим, а эти выиграют чемпионат. Причем они его не просто выиграли, и они его просто размели. Сьогодні, друзі, ми з вами зустрінемось з тими, хто збирає скарбницю золотого генофонду нашої країни – юних інтелектуалів. І дізнаємось, як це відбувається на справі. Ми зустрічаємося сьогодні з двома преподавателями. Це, звісно, вполне естественно, тому що не сьогодні, завтра вже починається новий учебний рік. Но прежде чем мы начнем новый учебный год, я предлагаю вам сегодня подвести итоги другого учебного года. Какого? Интеллектуального. Потому что интеллект, он движет вперед все и вся. Я права, Андрей Николаевич? Да, абсолютно правы. На современном этапе развития общества очень важно растить интеллектуальную элиту, потому что государство должно развиваться, государство должно искать какие-то новые пути. И этот год был действительно очень насыщенный в плане поиска вот этой интеллектуальной элиты среди молодежи, среди ребят школьного возраста. И я думаю, что стоит подвести итоги этого года. Татьяна Александровна, будьте добры. Итак, подводим итоги, чтобы было не скучно, но чтобы телезрители поняли, какая большая работа была проделана. Работа действительно была проделана огромная. Во-первых, впервые за существование вот клуба интеллектуальных игр вообще Николаевский. Ему уже около 16-17 лет, но я, может, на год ошибаюсь. По-моему, если я в 99-м году, по-моему, он организовался. И вот ему уже достаточно много лет, и вот впервые прошел именно полноценный чемпионат города среди школьников, потому что участвовало 23 школы. Ух ты, 23 школы. Я прошу телезрителей обратить внимание на то, что принимало участие в этих играх 23 школы. Это колоссальная цифра, правда, поверьте. 230 человек. 230 и мы человек. Его проводили в несколько этапов. У нас первый этап мы разделили на три части, потому что наш актовый зал все-таки имеет свои пределы. 230 человек, конечно, сразу не помещается. Мы разделили на три части, где-то приблизительно по 7-8 команд. Ну, где-то меньше, где-то больше. Вот. Провели отбор по спортивному «что, где, когда». Там такой формат, читается всем командам одновременно вопрос, дается минута на обсуждение, 10 секунд на запись, потом подводится итог, и кто набирает большее количество баллов, тот проходит дальше. У нас была цель, мы должны были для дальнейшего этапа отобрать 12 команд. Но у нас жюри во главе с Андреем Николаевичем оказалось очень хорошо, что мы в каких-то серьезных телевизионных проектах не участвуем, потому что мы отобрали 17. 12 у нас не получилось. Да, была слишком лояльная группа оценщиков. И... Вы добрый человек, Андрей Николаевич. Ну, наверное, да. Не только я и коллеги, которые участвовали. Дело в том, что там каждый кого-то жалел. Вот нам очень большую помощь оказала заведующая библиотеки филиала для юношества, ЦБС для взрослых, Елена Александровна Баранова, Андрей Николаевич, ну еще там остальные члены жюри у нас менялись, но у них была одна общая черта. Каждый кого-то жалел. И получилось у нас 5 команд больше. И что, этапы... и как вы выходили из этого? Ну, мы сделали дополнительные этапы отбора. Честно говоря, пришлось не спать несколько ночей, писать срочно новые сценарии. То есть жалость обернулась вам дополнительным трудом? Да, жалости больше всех пострадала я. Да. Но потом следующий этап мы проводили в формате интеллекта сорти. Но часть мы провели не в телевизионном формате, а тоже вот в стенах нашей Альма-Матер вот очередной отбор вот до тех пор, пока мы не отобрали 8 команд. Все-таки отобрали, но да? Мы с очень большим трудом отбирали 8 команд, там тоже все бегали за сердце, хватались, даже охранник, которому пришлось очень активно поучаствовать. Дело в том, что у нас как-то оказался большой географический талант у наших команд,
И люди по дороге к нам умудрились и на тренировки, и на игры, и попасть куда угодно до тех пор, пока попадали к нам. Ну, интересно. Наконец, пока мы всех собрали, и путали время, и путали, и очень большой профессионализм проявили наши охранники, что как-то, ну, они помогли рассадить, найти запасные аудитории, где подождать людям, которые пришли не на свое время, и как-то, слава богу, дети не подрались, там ничего не случилось, никаких эксцессов. Было тихо, спокойно, работники буфета тоже поучаствовали, спасибо им большое, потому что все-таки, ну, много детей, естественно, всем коллегам досталось. Да, но сработали слаженно и четко. Да, сработали слаженно и четко, и отбор все-таки провели. Но тоже, честно говоря, вот отбор проводить очень-очень тяжело. Потому что очень талантливые дети, и когда, ну, бывает одна ошибка, стоит всего. Человек очень хорошо шел, и команда была замечательная. И вот где-то что-то на каком-то этапе вдруг не пошло. А можно сказать, что вот вы добрые люди, и это очень хорошо. Но с другой стороны, доброта не вредит ли детям? Потому что, жалея команду, не приучают детей к стойкости и вот не развивают вот это чувство борьбы или нет? Вы знаете, все-таки нужно жалеть. Вы знаете, многие ребята в этом году впервые участвовали в подобном мероприятии, поэтому понятно, где-то волнение, где-то, может быть, незнание всех правил, основ проведения такого мероприятия, такого масштаба, повлияло на возможности вовремя, точно, качественно ответить на вопросы. Это было видно по состоянию команды, по отдельному состоянию, даже напряжению лиц детей, которые сидели на этом мероприятии. Поэтому, естественно, мы шли где-то на поводу у них, где-то даже помогали, где-то старались засчитать вопрос, даже тогда, когда ответ был не совсем точный. То есть мы давали им шанс для того, чтобы ребята почувствовали, что они могут, что они справляются, что у них есть этот шанс. Потому что зарубить сразу на корню – это легче простого. Но у ребенка может просто пропасть интерес в будущем. И он может для себя принять такое решение, что он не может, он не в состоянии, это не для него. А практически для любого человека с интеллектом это доступно. И интеллект можно развивать. Поэтому мы как раз давали возможность детям... И нужно развивать. И нужно развивать, да. Поэтому мы как раз давали возможность почувствовать ребятам, что у них есть такая перспектива, есть такая возможность чего-то достигнуть. Да, это усложнило нашу работу. Да, это Татьяну Александровну заставило писать несколько новых сценариев для того, чтобы провести дополнительные отборочные туры. Но зато у ребят появился интерес, у них появился азарт. Они, и даже были те команды, которые первоначально, ну, для нас были такими серыми мышками, да, то есть когда особо не отличались из общей массы. Но на каком-то втором, третьем туре они проявили себя гораздо лучше. То есть действительно ребята, ребята почувствовали, что у них есть эта возможность. Мы им дали эту, ну, так сказать, этот зеленый маленький такой лучик, да, для того, чтобы они двигались вперед. И они это использовали. Поэтому, да, мы жалели, да, может, где-то это неправильно, но это дало свои плоды. Вы понимаете, почему возник такой вопрос? Мы встречаемся с вами накануне нового учебного года, вы педагоги, уже практически завтра все учебные заведения нашей страны откроют свои двери, и студенты, и ученики, ну, все пойдут в школы, сядут за парты, за столы и будут учиться. И методы преподавания бывают самые разные. Ну, как помните, как в том анекдоте, злой следователь или добрый следователь. Конечно, в педагогике нужно использовать разные методы. Но есть сторонники жестких педагогических мер, а есть сторонники мягких. Вы два педагога, вы сторонники каких мер? И на ваш взгляд, какие наиболее эффективные? Потому что вы не только преподаете, вы еще и общаетесь с детьми на интеллектуальном уровне. Вы, как говорится, творите интеллектуал нашего города и нашей страны. Мы оба сторонники мягких мер и сторонники того, чтобы дать человеку возможность, самое главное, поверить в себя.
и полюбить дело, которым мы занимаемся, и в себя поверить. Дело в том, что вот мы несколько школ пожалели. Вот Андрей Николаевич помнит, когда мы 40 минут ждали школу, которая опоздала не по своей вине. Человеку дали не тот адрес, она позвонила, эта молодая учительница рыдает, что она, говорю, хорошо, мы подождем. И человек потом в течение нескольких месяцев возил своих детей на тренировки, дети, ну, изменились прямо на глазах. И потом мы в апреле проводили с Андреем Николаевичем уже чемпионат Корабельного района. Там было 8 школ. Это, кстати, первый чемпионат Корабельного района вообще. И там были достойные команды, и гимназии, и лицея, и все замечательно. Но вот эта команда 40-й школы, она показала просто мастер-класс. Она не просто заняла первое место, она заняла его с огромным отрывом. Они показали просто высочайший результат. Ну, хорошо, что мы их тогда пожалели, и не раз. О, видите, результат более того, не заставил себя ждать. Сложилась ситуация в мае месяце. Должна была быть передача между 4 школами Доманевки. И 2 городские школы, как бы доманевские, у них там так получилась проблема с транспортом, причем в последний момент, и они не смогли приехать. И вот эта 40-я школа, ну, отменять передачу было очень жаль, потому что 2 сельские школы, несмотря ни на что, были готовы приехать. И вот эта 40-я школа очень выручила. Выставила 2 команды, тоже показали высочайший класс игры. И действительно, и вот эти вот, мне хочется сказать, огромное спасибо вот школам Доманевки, именно сельским школам. Уровень, мне вот хотелось преподавателям просто руку поцеловать. Замечательный уровень, великолепный. Уровень подготовки учеников, игроков, юных вообще, игроков. Да? Не просто подготовки интеллектуалов, высочайший уровень воспитания людей. Очень культурные дети, благодарные, умеющие уважать кого-то, достойно себя ведущие. Плюс вот хочется отметить, дело в том, что мы уже не первый год проводим чемпионат области по скайпу. И вопросы я готовлю по традициям, обычаям, обрядам, по истории Украины, ну, такой вот, по литературе, общее всего понемножку. Но вот что мне очень понравилось у этих детей, что в семье явно есть носители обычаев. Не то, что там почитали книжку, не почитали. Для них они ответили на то, на что не отвечал никто, потому что в семье есть носители этих обычаев. Я говорю, вы, наверное, любите бабушек. Говорю, да, мы вот помогаем, мы ходим, вот видно, что действительно это есть, потому что уровень великолепный. И когда дети приехали, эти народные костюмы, сделанные своими руками, это просто потрясающая была красота и уровень всего. Поэтому и вообще мы планируем с Андреем Николаевичем в этом году по скайпу не просто провести чемпионат области, а регулярно проводить тренинги, тренировки и сделать расширенную работу именно с сельскими школами, не просто вот с районными центрами, а действительно с удаленными сельскими школами, где дети на это голодные, где у них есть к этому и желание, и благодарность, и стимул. Потому что то, чему мы учим на тренингах, мы учим думать. Ни один человек не имеет совершенную память на 100%. Ну, есть какие-то отдельные индивидуумы. Но обычные люди, к сожалению, память имеют обычную. Татьяна Александровна, сейчас мы так плавно, подведя итог учебного интеллектуального года 2014-2015, мы переходим к новым планам. И на уже 2015 и 2016 год. И вы сейчас сказали такую очень удивительную и, на мой взгляд, очень важную вещь, что думать нужно уметь и думать нужно учить. Конечно. Да, абсолютно правы, потому что оказывается, мы запоминаем... Нет, мы просто вот, извините, что я вас перебиваю, Андрей Николаевич, но мы думаем себе и думаем, думаем о том, вот вы о чем, телезрители, думаете, о чем-то думаете, и мы думаем. А оказывается, чтобы правильно думать, нужно научиться этому думать. Нужно научиться логике мышления. Не всегда ты можешь знать правильный ответ, но логически помыслив, ты можешь выбрать наиболее оптимальный вариант, и он окажется правильным. Нужно научиться слушать и слышать. К сожалению, сегодня общество страдает от этого. Мы не всегда друг друга слушаем, а тем более не всегда слышим. И даже в семье бывает, что родители с ребенком общаются по принципу «все хорошо?» «Да, все хорошо». Ну и ребенок что-то начинает говорить, и, к сожалению, мы его не слышим. Поэтому вот такие командные игры, они позволяют, во-первых, развить вот это чувство
слуха, да, то есть научиться слушать и слышать своих партнеров по команде, научиться слушать и слышать вопросы, которые задаются. Кроме этого, учиться логически мыслить, то есть находить ответ не по принципу «знаю или не знаю», а пытаться найти тот момент, который может подсказать правильный ответ. И вот именно как раз интеллектуальные игры, они развивают вот эти возможности ребенка логического мышления, слуха, общения с людьми. И действительно, вот как Татьяна Александровна сказала, да, что у нас было много детей, да, 230 человек участников. Но 650 участников чемпионата области. Да, 650. Кроме 650 было общее количество участников чемпионата области. Но у нас еще были и дети, которые сидели в помощь командам, да, это болельщики, которые тоже помогали своим командам. Был конкурс отдельно для болельщиков, и им предлагалась возможность тоже показать свою логику мышления. И действительно, ребята активно подключались, они поддерживали свои команды, они пытались иногда даже подсказать своей команде. А та аудитория, которая сидела перед телевизором, я думаю, однозначно тоже пыталась помочь своей команде, хотя они их и не видели только на экране, и естественно, что ребята их слышать не могли. Тем не менее, все равно, как я знаю, даже наши члены жюри некоторые пытались сидеть и подсказывать командам. Потому что волей-неволей, когда ты слышишь вопрос, ты хочешь, если ты знаешь ответ, хочешь быстренько его сказать. Можно отойти и начинать вот так, отвечать на вопрос, то есть как бы подсказывать так, пока никто не видит. Не пробовали так? Ну, дело в том, что... Или вы строго следили? Они все пробовали. Ой, это бесполезно. Если бы только члены жюри. У нас в этом году такое ноу-хау, ну, два новых молодых оператора, очень талантливых, способных, очень симпатичных и, на мою голову, умных. И вот они там бегают, так тык-тык-тык-тык, там подсказал, я их отлавливать не успеваю. Да, то есть и работники... Они успевают впереди жюри. Жюри тоже, честно говоря, в этом году потом их собираю и говорю: так, не надо оправдываться, что вы после Тамилы Ивановны были вторым или третьим нарушителем. И дети учились, и мы учились. То есть мы друг друга учили, ну, когда да, можно, когда нельзя подсказывать. Трудно сдержаться. Вот. Но есть дружеские встречи, когда нету выхода, финал, полуфинал. Поэтому там, если подсказывают, то бог с ними. Но вот финалы, вот мы, чемпионат города, чемпионат области, это идут три передачи подряд. И чемпионат всех ПТУ области. Причем чемпионат города, чемпионат области был, спасибо Приватбанку, с очень большими дорогими призами. Поэтому тут очень важно, чтобы первое место заняла команда, которую я заслужила. Но, честно говоря, что касается чемпионата города, то когда это 4-я гимназия, первый раз пришла на отбор, мы друг друга толкнули в бок, и мы вот чемпион, который будет. Вот как-то у нас. Так вы сразу определили, просканировали, ну, сразу? Ну вот так вот сразу. Значит, профессионал. Ну вот 5 вопросов сыграла команда, и мы друг другу говорим, а эти выиграют чемпионат. Причем они его не просто выиграли, они его просто размели. Там мальчик пришел, у него еще была травма шеи, ну, и он и получил приз лучшего игрока. Это было что-то потрясающее, насколько талантливый, образованный ребенок, какая блестящая подготовка, потому что это была действительно игра великолепная. Ну, было много, в восьмерке были сильные команды, детки были неплохие, но где-то чуть-чуть, где-то растерялись, где-то ошиблись, где-то форму вопроса не удержали, у каждого были какие-то проколы. Ну, что-то где-то как-то. Но эта команда, это была не игра, это просто феерическое было что-то. Скорость, темп, уровень. Это было... Жюри вообще не успело нигде напакостить. Нет, даже не потому, что они хотели себя хорошо вести. Они, бедные, не успели ни они, ни оператор. Никто не успел, потому что команда была настолько скоростная. Да, обычно жюри начинает жалеть там, где надо жалеть. А иногда бывают, ну, дружеские встречи, вот иногда бывают, ты смотришь, такая команда, что уже говоришь оператору: бог с тобой, Андрей, делай, что хочешь. Потому что так все-таки будет лучше, чем минута молчания за столом. Ну, конечно. Вот смотрите, друзья мои, исходя из нашей беседы, мы можем заключить и сделать такой вывод, что вы стоите на страже, и не только на страже, а вы развиваете в нашей области, благодаря вашим играм,
культуру, интеллект, умение думать, умение быстро принимать решения. Это то, без чего невозможно представить себе образованного культурного человека. Но, может быть, сейчас немножечко как-то спустимся, вот я с небес на землю, в каком смысле? А нужны ли сегодня обществу культурные, образованные люди? Насколько видно в тенденции общества, нужны те, которые сильные, хваткие и предприимчивые. Все. А культурные и умные очень часто оказываются невостребованными. Простите, телезрители, что и такие вопросы, но тем не менее, это реальность нашей жизни сегодня. Ну, знаете, опять-таки, почему мы судим? Мы судим по современному состоянию нашего общества, да? Ну, то мы есть, судим как бы, по сегодняшнему дню, да? Где? У нас. Ну, да. Опять-таки, если мы посмотрим на другие цивилизованные страны, на те же европейские страны, да, на там, Америку, Канаду, Австралию, те же страны Азии, да, Япония, Китай, то мы видим с вами, что интеллект всегда в цене. Почему утекают у нас мозги, да? Потому что Но видите, опять-таки, интеллект... потому что в нашей стране они, получается, не востребованы. Поэтому мы должны воспитать наше общество, которое было бы культурным, которое было бы воспитанным, которое было бы высокоинтеллектуальным и при этом двигалось в ногу со временем. То есть мы сегодня должны дать нашей молодежи, нашим детям возможность развиваться. Мы не должны их заставлять, да? Потому что все, что делается через силу, оно сразу же отторгается. Мы должны им показать, как это можно, мы должны им предложить различные пути, различные возможности, а они должны выбрать. Выбор – это в первую очередь право любого цивилизованного человека, но он должен быть. Поэтому наша задача сегодня – дать возможность, показать, что это реально. А ребята уже сами будут выбирать, хотят они этим заниматься, не хотят. Но в любом случае современное общество должно понимать, что высококультурный человек, за ним будущее. Мы живем в обществе, которое сегодня ну, имеет мировую интеграцию. То есть сегодня нет какого-то обособленного государства или замкнутого пространства, да, с определенным населением, своими какими-то культурными традициями, национальным менталитетом. Нет. Сегодня мы постоянно находимся в системе перемещения огромного объема информации, мы находимся в постоянном каком-то культурном обмене, и волей-неволей мы, с одной стороны, узнаем что-то о других, с другой стороны, показываем себя. Поэтому человек должен быть высококультурным для того, чтобы представлять себя, свою страну, свою культуру на мировом уровне. И какой бы ты ни был хваткий, какой бы ты ни был суперинтеллектуальный, пробивной, да, и, ну, я не знаю, целеустремленный, тем не менее ты находишься в социуме, ты общаешься с людьми. И недостаточно быть просто богатым, обеспеченным, да, нужно иметь определенный авторитет у окружающих, а его не купишь ни за какие деньги, его нужно заслужить, этот авторитет. Нужно быть лидером, чтобы за тобой шли люди. А опять-таки лидерские качества основаны на чем? На харизме человека, на восприятии окружающим тебя как личности. То есть, опять же, твой уровень культуры, твой уровень интеллекта. И чем выше это будет, тем выше будут твои возможности. То есть вы полагаете, Андрей Николаевич, что именно культурные и умные люди востребованы обществом, да. Нашим обществом? Да, я думаю, что да. Может быть, не в таком объеме, как хотелось бы на сегодняшний момент, но в будущем, я думаю, что это будет. И причем в недалеком будущем, да? Или это, знаете, будущее может быть завтра, будущее может быть послезавтра. А это будет зависеть от нас с вами. Если мы будем прилагать к этому усилия, большие усилия, то это будет очень быстро. Если же мы будем надеяться на авось и на кого-то, что кто-то придет, кто-то нам расскажет, кто-то нам поможет, кто-то нам что-то принесет, то мы будем долго с вами ждать этого будущего. Ну вот вы, Татьяна Александровна, не ждете, а вы куете завтрашний день уже сегодня, я имею в виду. Мы его начали вчера еще. А, еще начали, ну да, конечно, мы же подводим итоги. То есть вы куете завтрашний день еще вчера. Ну, завтрашний день – это всегда результат вчерашнего и позавчерашнего.
Да, ну, хотелось бы надеяться, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, а послезавтрашний и будет лучше, чем завтрашний. Сьогодні, друзі, ми з вами зустрічались з деканом факультету економіки та підприємства Андрієм Шліпньовим та автором і ведучою передачі «Інтелект Асорті» Тетяною Макароновою. Наші герої впевнені, що саме за розумними людьми наше світле майбутнє. Ну а що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 31 серпня. Флор і лавр. До жінки, до сівки. Закінчуються посіви. Саме з цього дня починаються осінні ранки. 1 вересня. Андрія Стратілата. Південний вітер віщує теплий вересень. Перший місяць осені – вересень. Світлий, радісний і трішечки сумний. У вересні синиця запрошує осінь в гості. Природа починає налаштовуватись на зиму.